Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на связи Иван Васильевич Бабин, агроном-консультант компании ООО «Эксперт Гарден». И мы поговорим уже не о промышленном садоводстве, а о садоводстве любительском, о дачах, приусадебных участках и о том, как сады защитить. Иван Васильевич, здравствуйте! Добрый день, уважаемые садоводы! Иван Васильевич, ну, первый вопрос. Можно ли обойтись на даче или на приусадебном участке совсем без обработок средствами защиты? Категорически нет. Вредителей болезней сейчас столько, что сразу и полностью отказаться от применения средств защиты невозможно. Ничего мы на участке не получим. Многие люди используют народные средства защиты, опрыскивают йодом, мылом. Как вы относитесь к этим обработкам? Значит, полностью не отвергаю, но говорю так. К сожалению, народными средствами полностью решить все проблемы с вредителями болезнями в саду невозможно. Просто нет столько народных средств, которыми можно защитить от всех вредителей и болезней. А защитить частично это ничего не даст. Плюс большинство народных средств, они не уничтожают вредителей и болезни, а временно отпугивают их, как бы портят им аппетит там на день, на два, а потом они возвращаются и снова портят. То есть нужно обрабатывать часто, это достаточно сложно приготовить эти все средства и малоэффективно. Понятно. Скажите, с чего начинается защита сада? Когда ее нужно начинать? Начинать нужно с самой ранней весны. И в течение лета регулярно до осени делать обработки. Какие именно? Какие основные обработки есть в саду? Ну вот основные, чтобы по максимуму защитить сад от вредителей болезней, начинаем с весны ранней, первая обработка до распускания почек. Здесь от накопившихся прошлые годы болезней, зимующих на коре, почках, и от вредителей, которые также зимуют в трещинах коры, на почках, на ветвях, в разных стадиях, там и яйца, личинки, взрослые насекомые. Вот первую обработку делаем против них. Следующая обработка идет у нас по зеленому конусу, когда начинают набухать почки. Очень важная обработка против яблонного, грушевого, цветоеда и других долгоносиков, которые уничтожают почки. Вот здесь мы применяем там клей, катрап и опрыскивание. Следующая обработка идет у нас по розовому бутону, это перед цветением. Важнейшая обработка, здесь от вредителей и болезней защищаем. Чтобы во время цветения, когда применять препараты нельзя, мы вот должны как бы с опережением их растения эти защитить. Теперь сад зацвел, применять никакие химические препараты нельзя. Но именно в это время, к великому сожалению, очень сильно заболевают яблони и косточковые манилиальным ожогом, это гриб манили, который именно во время цветения разносится ветром и пчелками, другими насекомыми. А вторая беда – это бактериальный ожог. Бактерии, которые поражают грушу, яблоню и косточковую. Но груша – это смертельная болезнь. А то же самое во время цветения. Ветер и насекомые. И вот здесь мы применяем биологические препараты, не опасные для пчел, по цветкам. Сразу после цветения проводим обработку также от вредителей и болезней. Теперь следующая важнейшая обработка. Обычно она через 2 недели после цветения яблони. Ориентируемся по началу цветения белой акации. Это вот такая природная, очень хорошая подсказка. Как только в той местности, где садоводы выращивают свои сады, зацветает белая акация, начинается массовое отрождение яблонной плодожорки. И именно в это время нужно провести самую эффективную обработку очень эффективным препаратом новым системным Караген Эксперт Гарден. Именно она защитит как минимум на 2 недели эта обработка от отрождающих личинок. Теперь в крупных хозяйствах, а мы советуем и садоводам-любителям, через 2 недели после этой обработки обязательно сделать еще одну обработку, повторить, добить этих личинок, потому что они отрождаются не организованно в течение недели-двух, а в течение 1,5-2 месяцев. И вот делаем обработку. И так как привыкания сейчас у вредителей к карагену нет, то можно обработку сделать опять им же.
или использовать для этого Актару. И второй препарат сюда же добавляем, делаем баковую смесь от парши, плодовой гнили, малярийного ожога. Значит, это СКОР, эксперт Гарден. Вот. Теперь в середине июля, примерно через 2 месяца после цветения яблони, отрождается второе поколение яблонной плодожорки, которое может повредить осенние и зимние сорта. Самый ценный, то, что у нас хранится и предназначено для хранения и употребления зимой. Поэтому делаем еще раз обработку против второго поколения. Это ориентировочно середина июля месяца. Вот. И, Тоже баковую смесь делаем, караген используем от вредителей, и не только там от яблонной плодожорки, а от тли и всех остальных листогрызущих вредителей. Тут и горностаевая, и яблонная моль, и все долгоносики отродившиеся, они активно питаются в это время, повреждая листья, вот против них. И также добавляем скор, например, эксперт Гарн от парши, плодовой гнили, значит, маниального ожога. Если стоит дождливая погода, пасмурная, и развитие болезней в такую погоду сильно распространяется, то в дальнейшем, смотрим по обстоятельствам, может еще одну или две обработки делаем. Но это уже по ситуации. Вот. И после уборки косточковых, вот черешни, вишни, как только убираем, то же самое накапливается за период созревания, много тли и других вредителей. Вот проводим обработку этими препаратами. Караген Эксперт Гарден от вредителей, СКОР от болезней. И завершающая обработка у нас осенью, когда осыпаются листья до наступления морозов. Здесь мы делаем как бы такую искореняющую опрыскивание от накопившихся болезней. Там применяем железный купорос 300 грамм на 10 литров воды. Вот основные обработки, без которых как бы нельзя. Ну, для тех, кто выращивает виноград, я хотел бы такой момент уточнить. Очень важно и виноград защитить. Перед цветением виноград обрабатываем от болезней. А сразу после цветения используем, например, Тиавиджет. Чем хороший этот препарат? Он защищает и от уидиума мучистроса, и от клещей, которые сильно поражают виноград. А вот в конце июля, начале августа, когда грозди уже наливаются, начинают созревать ягоды, в это время большая опасность поражения гроздей гроздевой листоверткой. И вот как раз караген Эксперт Гарден предназначен и для защиты от гроздевой листовертки винограда. Там 2,5 мл на 10 литров воды, и тщательно опрыскиваем кусты. Вот если эти обработки минимум хотя бы сделать, и сад, и виноград будет надежно защищен, и продукция, плоды, ягоды будут в отличном состоянии. Вы перечислили много препаратов и химических, и сказали, что биологическими препаратами надо работать во время цветения. Но как человеку выбрать препарат, на что обращать внимание? Прежде всего, нужно обращать внимание, чтобы этот препарат был зарегистрирован для применения в личном подсобном хозяйстве. Тогда они без проблем эти препараты приобретут в магазине. Второе. Они должны обязательно обращать на подлинность этого препарата. Поэтому сейчас многие препараты имеют возможность, садовод-любитель, приобретая их, проверить. То есть там есть код или внутри упаковки, или на упаковке. Есть код, и он может тут же, прямо в магазине, отправить смс на номер, который там указывается, и в считанные секунды будет получен ответ, что он приобрел оригинальный препарат, например, какой-то компании. Вот. Это говорит о том, что садоводы-любители будут защищены применять оригинальные, настоящие препараты. Теперь, обязательно подбирать такие препараты, чтобы у них был как можно больше длительно защитный период. Значит, в этом случае они реже будут проводить обработки. А срок ожидания был как можно меньше. То есть срок от последней обработки до употребления в пищу в днях. Это очень важная характеристика каждого препарата. Ее обязательно нужно учитывать при планировании обработок, чтобы к моменту созревания плодов, ягод, овощей эти препараты полностью разлагались. И никакого остаточного количества их не было в плодах, ягодах, чтобы ели чистую продукцию. Теперь
Что еще? Чтобы эти препараты максимально защищали от максимального количества вредителей или болезней. То есть не от одного вредителя только лишь, а от большого. Там список, как правильно, на упаковке есть или в инструкции. Человек должен вот подобрать именно такой, чтобы одной обработкой защитил от большого количества вредителей болезней. И чтобы они имели возможность смешиваться друг с другом, чтобы мы могли делать баковые смеси, защищать сразу и от вредителей, и от болезней. В одном рабочем растворе используем и инсектицид, и фунгицид. Ну, подобрать препарат мало, надо ведь еще и обработку правильно провести. Можете какие-то рекомендации дать, чтобы обработки были качественными и эффективно работали? Чтобы качественно провести опрыскивание, нужно, ну, прежде всего, иметь хороший опрыскиватель или ранцевый, или сейчас есть опрыскиватели аккумуляторные, которые не нужно вручную подкачивать. А теперь обязательно в комплекте к опрыскивателю должна быть короткая штанга для обработки кустов и овощей на грядках и длинная телескопическая штанга, например, трехметровая, чтобы можно было спокойно обрабатывать ну, большие деревья. У некоторых, к сожалению, они не всегда сформированы и имеют большие размеры. Теперь обязательно ведро 12-литровое, в котором наводить рабочий раствор. Не в опрыскитель наводить, а в ведре. А потом через воронку с сеткой обязательно выливаем рабочий раствор в опрыскитель, чтобы туда не попали никакие частички и не засоряли распылитель. Теперь индивидуальные средства защиты обязательно нужно иметь. Это респиратор на рот-нос, чтобы защищал, чтобы глаза или очки, но я советую лучше использовать щиток, вот, которым работаем с болгаркой. Он лучше закрывает лицо, и лицо не потеет, в отличие от очков. На голову шапочку, специальный халат или костюм, чтобы тело было защищено, ну и голова, волосы защищены там. Значит, перчатки резиновые при работе с препаратами, когда их наводим и опрыскиваем. Вот основные вот эти инвентарь, если будет у садовода, то обработки А можно будет сделать допустим, без проблем. температура воздуха или время суток имеет значение? Имеет значение большое, имеет, и его нужно всегда эти правила соблюдать. А днем в жаркую погоду обрабатывать категорически нельзя. Значит, самые хорошие обработки, эффективные, качественные, делаются вечером. И, ну, ночью иногда вот в хозяйствах работают. И я, например, свой сад опытный обрабатываю, начиная с часов там 7 вечера и до 11-12 часов ночи. На голову фонарик, который мне помогает освещать деревья, и обрабатываю. Это нужно для того, чтобы препаратам нужно 2-3 часа в такой вот обстановке, это самое, чтобы температура была небольшая, и чтобы не было дождя или полива, дождевания. Чтобы препарат успел питаться в лесе системной, или если он контактный кишечник, то чтобы он сработал и уничтожил вредителей или болезни. Вот 2-3 часа нужно времени. Теперь некоторые читают в инструкции, пишут иногда утром обрабатывать или вечером. Я против утренних обработок, потому что рано утром часто на листьях бывает очень сильная роса, и раствор, попав на капли росы, стекает с листьев, или концентрация его сильно уменьшается, эффекта нет. А в 6-7 часов утра уже солнце высоко, и буквально через час начинается уже пекло. Раствор быстро высыхает на листьях, не успев вовнутрь проникнуть и сработать. Поэтому утренние обработки, ну, редко когда удается сделать, а только вечером. Ну, днем, если пасмурная погода, нет солнца и нет дождя, можно иногда и днем работать. А так лучше всего вечером. И еще я хочу обратить внимание и предложить садоводам по максимуму использовать сейчас новые, очень эффективные препараты линейки Expert Garden. Это прежде всего Караген, новый системный препарат, инсектицид против целого комплекса вредителей. Теперь фунгициды Скор Expert Garden, Хорус Expert Garden и Тиавит Джет. Все эти препараты имеют индивидуальный код защиты. Внутри упаковки есть этот код. И достаточно, приобретая
эти препараты в магазине, отправить на смс-ку на номер 9119, и тут же через несколько секунд получаем ответ, что приобрели оригинальный препарат. Смело его можно применять и получать хорошие результаты. Это будет залогом и гарантией успешной защиты сада, деревьев и ягодных кустарников от основных вредителей и болезней, о которых мы говорили. Угу. То есть этот код помогает избежать контрафакта? Да, этот код, во-первых, помогает садоводам-любителям приобретать настоящие подлинно оригинальные препараты. К сожалению, это большая проблема по всей стране. Как только препарат становится популярным, тут же находятся шарлатаны, которые контрафакт, подделку поставляют разными способами в магазины. Иногда не отличить от настоящих по упаковке. А иногда просто совсем другая упаковка, но тоже название, те же рекомендации, иногда даже лучше, но подешевле стоит. А в некоторых магазинах, в районах, там, в деревнях люди просто не знают, как выглядят настоящие подлинные, и попадаются вот на такую удочку, в такую проблему. Это одно. Второе, когда активно садоводолюбители будут проверять в магазинах код, то ни у кого из хозяев торговых точек и продавцов не будет появляться соблазна к партии хороших, настоящих, оригинальных препаратов брать у шарлатанов вот эти контрафактные и подсовывать как бы под эти документы, под эту марку подсовывать вот некачественные, иногда опасные препараты, потому что неизвестно, что там в этих ампулах, пакетах налито, и какие могут быть последствия. Последствия могут быть серьезнейшие. И отравление самих садоводов, и отравление растений, и окружающей среды вокруг. Поэтому всегда мы вот призываем в этом плане быть бдительными, осторожными, покупать только оригинальные, настоящие препараты, проверять, не лениться их. Ну и покупать в нормальных, хороших магазинах, которые дорожат своей репутацией и не будут подсовывать что-то непонятное. Иван Васильевич, спасибо вам большое за ваши советы. Я думаю, что эти рекомендации всем пригодятся. Желаю вам удачи в работе. Ну и я всего хорошего вам, всем садоводам-любителям, здоровья, счастья и хороших урожаев в этом году. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго.